Добрый вечер, друзья. Начинаем наш традиционный вечерний лайв. Сегодня обсудим две важные даты, которые, ну, в геополитике. Сегодня, если кто-то что-то комментирует, обойти это просто невозможно. Сегодня полгода войны. Полгода назад они сказали, через три дня будем в Киеве на параде, рашисты. Но нет. И День независимости Украины, вот так совпало, в один и тот же день. Полгода войны и День независимости Украины. На этот раз настоящий День независимости, потому что Украина доказала, что она независимое государство. По задумке рашистов, этим летом уже такой страны быть не должно, и праздновать бы независимость было некому, потому что и народа такого быть не должно. И доказательства в той самой статье РИА Новости, которую они запрограммировали за три дня, то есть когда вот только в ночь на войну, и она появилась у них на сайте, они просто, видимо, забыли о ней в суматохе. И в этой статье РИА Новости, это государственная официальная СМИ российская, подробно описывалось, как надо сделать так, чтобы не было Украины, чтобы не было украинцев, чтобы это все было исправленная территория. Ну, абсолютно такая фашистская статья, которую они тут же потом удалили, но, тем не менее, интернет-то все помнит, и все это мы с вами могли прочесть. А сегодня, как и 160 лет назад, когда был написан гимн Украины, да, ему 160 лет, друзья, можете проверить в интернете, 160 лет назад и сегодня, как никогда актуально звучит «Шені вмерла Україна». Сегодня эти слова пели по всему миру, слова гимна Украины, пели их у нас в Кишиневе, в посольстве Украины в Республике Молдовы, тоже прозвучала эта песня, этот гимн Украины. Давайте посмотрим первое наше видео. Друзья, это просто потрясающе, как вот то, что написано полтора века назад, слова вот прямо как будто они написаны сегодня. И, кстати, вы знали, что вот это стихи, которые легли в основу этого гимна, их написал Павел Чубинский, вот, как я и сказал, ровно 160 лет назад. В них, это был длинный стих, из него взяли первые три абзаца для гимна, но там есть продолжение. И вот, например, там был такой далее тоже куплет или стих: «Ой, Богдане, Богдане, славный наш гетмане, на що отдав Україну москалям поганним? Щоб вернуть її честь, ляжем головами, назовемся України вірними синами». На що отдав Україну москалям поганним? 160 лет назад, друзья, 160 лет назад. И вот, то есть это когда кто-то пытается сказать 8 лет, да? Столетие. Столетие идет эта война, непрерывно Россия туда лезет, идет... Знаете, у... Если в интернете, поищите песни, патриотические песни Украины. Эти песни написаны в начале 20 века, в конце 19 века. И в них тоже вот текст, как будто вот он сейчас написан. Про то, как пришли русские, как им противостоит Украина. То есть это вот, вот она история. Ничего на самом деле не меняется. И сегодня Украину поздравлял весь мир буквально. Это, знаете, просто... Сегодня Украина самая популярная страна в мире. Это без всякого пафоса, потому что откройте любые новостные сайты, везде пишут про Украину, везде поздравления Украине. Все политики пытаются пропиариться на теме Украины, что-то сказать хорошее. Вот, ну, я вам в конце сегодняшней передачи покажу примеры нескольких
то, что там сегодня новую помощь пообещали некоторые страны, потому что сегодня ассоциироваться с Украиной – это быть на позитиве, это быть на светлой стороне, поэтому все стараются не упускать такую возможность. И в Киеве, конечно, тоже были, ну, скажем так, праздничные настроения, но праздничные мероприятия по понятным причинам отменили, потому что, ну, знаете, совершенно нельзя было бы исключать, если, условно говоря, люди вышли бы на мирную демонстрацию, туда прилетела бы ракета, как на вокзал в Краматорске или как погуляющим людям в Виннице. Поэтому, конечно, правильно абсолютно, что отменили праздничные мероприятия. Но, тем не менее, кто хотел, мог прогуляться по Хрещатику. Там, я вчера вам показывал видео, парад российских танков, они все-таки пришли в Киев, правда, полностью сожженные. Вот их сейчас привезли, расставили вдоль главной улицы Киева, и все могут прогуляться, посмотреть, как это все выглядит в наилучшем виде. Именно так должен выглядеть танк оккупантов. Их там где-то порядка 50 штук, там не только танки, там разная техника. Это интересно. Президент Зеленский заявил: нам не важно, какая у вас армия, у России. Нам важно, какая у нас земля. Мы будем драться за нее до конца. Мы держимся 6 месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это новая причина не сдаваться. Потому что, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец? Раньше мы говорили «мир», теперь говорим «победа». Это очень важная смена риторики, потому что, да, действительно, до какого-то момента Украина говорила, что готова на мир. Мы помним, что были переговоры, даже в Стамбул приезжали представители России, представители Украины, вели переговоры, говорили про мир. Теперь Украина не хочет такого мира, в котором есть сосед, который постоянно на нее нападает. Она хочет нанести поражение России на своей земле, но так, чтобы Россия вернулась к себе домой и очень долго зализывала раны, что поставило в покое всех своих соседей. И, конечно, это, наверное, сегодня единственная возможная стратегия, и как просто альтернативы быть не может. Ну, в Кишиневе тоже сегодня, во-первых, очень многие политики поздравляли Украину, у меня весь Facebook, в котором я забанен, весь Facebook полон поздравлениями от молдавских политиков к Украине. И сегодня вы видели, я только что вам показал видео, в посольстве Украины тоже собрались местные украинцы, пели песни, но в Кишиневе перед посольством России, есть у нас и посольство России, тоже были люди, был протест против того, что Россия творит в Украине. И, конечно, не обошлось без провокаторов. Знаете, почему-то они вот похожи, все эти бабы. Когда я, помните, снимал вам видео, это было пару недель назад, тоже перед посольством России проводили акцию протеста, я пришел там снимать и показывал вам потом этот репортаж, там тоже через дорогу от него стояла какая-то очень такая мощная женщина и чем-то что-то орала, чем-то она была очень недовольна, там ничего не было понятно, но как бы она чем-то была очень недовольна. И в этот раз опять вот какая-то бодипозитивная дама пришла поорать, ну, знаете, как говорил Остап Ибрагимович Бендер, знойная женщина, мечта поэта. Не только она там была, было интересно. Давайте посмотрим, какова там была атмосфера. Сьогодні, в День Незалежності України, під російським посольством у Кишиневі проходить цікава акція, цікавий протест. Активісти із Молдови, які, як ми писали раніше, щодня приходять, виходять із протестами, закликами припинити війну до стін російського посольства, сьогодні в річницю півроку, як триває повномасштабне вторгнення, анонсували акцію з покладанням бавовни до каменю у стін російського посольства, який був закладений президентами Росії та Молдови на знак приятельських товариських відносин між країнами. І цитуючи Діану та Вову, організаторів взагалі проукраїнського руху у сусідній республіці, що сьогодні, після того, що робить Росія з українцями, після стількох вбивств, трагедій, все, на що може розраховувати Росія, це хлопки. Вони хотіли цвітів, це ті цвіти, які заслужують окупанти. Ну, я поясню для читачів, чому хлопок, чому бавовна, чому ця красива квітка, тому що російські пропагандисти
всі контрнаступи, всі вибухи, які трапляються на їхніх позиціях на окупованих територіях, називають просто хлопок. Ну і звісно, українці не втратили нагоди їх потролити і називають це бавовною, бо саме так перекладається хлопок на українську мову. Ну і так народився такий мемчик, такий символізм із покладанням квіточок бавовни до російського посольства. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо, також цю ідею будуть втілювати і друзі молдовських активістів у Румунії, тобто тому що люди продовжують солідаризуватися, підтримувати Україну, об'єднуватися, і звісно, ця сумна нагода стала приводом для знайомств і в такому форматі. Тому дуже можливо, що скоро російські посольства в багатьох країнах отримують свою бавовну, символічну, звісно, бавовну, яка її символізує. Они хотели цветов, а вот те цветы, на которые заслуживають окупанти. Ну, і я дуже вдячна нашим молдовським друзям, Діані, Вові, ми про них пишемо часто, наскільки можемо, тому що це дійсно осередок про української підтримки. Ось дивіться, я перерву свій спіч. Ми бачимо провокаторів. Давайте спитаємо дівчата. Привіт, розкажіть про себе. Слава Україні в составі Росії. А ви підтримуєте вбивства українців, ви підтримуєте геноцид. Що ви маєте проти українців? Казаки. А чому немає такої країни? Казаки. А, вибачте, я думала, не перепутати. Добре, дякуємо. Дякуємо. Дівчата заслужили також на хлопок. Дуже важко насправді переключитися і на румунську, і на російську, тому продовжуємо тихенько споглядати, що відбувається. Ну це класно, тому що це говорить про те, що ідея з бавовною дуже прикольна, і якщо вона викликала таку увагу, то звісно, це лоскочі нерви. Ну, слава Росії. А чому ви не в Росії? А чому ви не в Росії? Нацисти будуть уничтожені. Тому отак наразі. Ще пару кадрів зробимо я думаю, що вони приєднаються до мене, бо дійсно багато хто питає, що ж відбувається в тій Молдові, як же люди реагують. Ну, отак реагують. Будемо зараз ще слідкувати, якщо щось цікаве з'являтиметься, то ну, на зв'язочку. Спасибо украинской журналистке Марианне Пристежнюк за этот репортаж. Он, конечно, гораздо более длинный, но я вам дал более сокращенный вариант, потому что у нас сегодня есть еще гость, до которого мы сейчас дойдем. Сначала я хочу объяснить вам, многие спрашивают этот момент бавовна. Вот пишут даже в пабликах разных бавовна, произошла на России бавовна. И многие, особенно русскоязычные, не понимают, что это обозначает. Дело в том, что в России же, они, когда где-то происходит взрыв, они же никогда не пишут взрыв. У них же там новоястом, нельзя сказать, что-то взорвалось. Они пишут «хлопок». Ну и вот украинцы троллят их «хлопок», «хлопок», «хлопок». Ну по-украински «хлопок» бавовна. «Хлопок» – растение, в которое вот цветы хлопка они ложили к посольству, это бавовна. Вот они как бы и принесли туда бавовну, как бы с намеком, что вот пришла и ваша бавовна к вам в посольство. Ну вот такая, потому что у нас Молдова мирная страна, у нас бавовны только вот такие бывают. Хотя не везде так... как у нас. И сегодня, да, многие ожидали, что могут быть интенсивные обстрелы. Обстреливали, да, стреляли по Запорожью, стреляли по Днепру. Вроде бы даже вот за час до передачи я видел новости, что ровно обстреляли Чернигов. Ну, нельзя сказать, что это сверхинтенсивный обстрел, не как обычно, ну, такие обстрелы почти каждый день, к сожалению. И да, друзья, я должен посмотреть, кто у нас... Ага, вот нас... Модератор собрал ваши приветствия. Испания, Новомосковск, Бельцы, Тернополь, Петербург, Литва, Одесса, Николаевская область, Каушаны, США, Рим, Бендеры, Мальта, Латвия, Польша, Бостон, Бергамо, Германия, Киев, Ковель, Черноморск, Кишинев, Аргеев, Запорожье, Эстония, Херсон, Грузия, Италия, Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Финляндия, Красноград. Спасибо огромное, друзья, за то, что вы с нами. Мы на вас и держимся. И
Прошу вас, как обычно, поделиться этим видео, поставить ваш лайк. Особенно делитесь, друзья, те, кто в Фейсбуке, потому что меня в Фейсбуке забанили на месяц за страшные преступления, за то, что я фотографии, эти вот шутки всякие публикую, которые не нравятся почему-то. Ну, не нравятся, по идее, должны расистам, но почему-то администрации Фейсбука тоже не нравится. Такое ощущение, что Фейсбук у нас уже из Кремля управляется. Ну, ладно, хрен с ними. Переживем как-нибудь. Тем не менее, это моя личная страничка заблокирована. Страничка АВА ТВ, вы можете ее смотреть. Поэтому делитесь, чтобы ее увидеть как можно больше людей, потому что мои френды, к сожалению, не могут это все увидеть, потому что я не могу сделать шер. Итак, друзья, мы сейчас давайте побеседуем с нашим гостем. Прошу набрать режиссерскую нашу студию. У нас сегодня в гостях Сергей Ильченко, журналист из Киева. Надеюсь, сейчас нам удастся связаться, и мы с ним пообщаемся. Сергей, добрый вечер. Видно ли меня? А, пока нет. Пока не видим. Слышим хорошо, да. Но не видим. Видно, слышно. Пока только слышно. Добрый вечер. Да-да, мы вас слышим, но не видим. Так, сейчас посмотрим, почему вы меня не видите. Вы появились, да. Так. Видно уже? Да-да, вы появились. И если можно, сделайте камеру горизонтально. Да. Вот так вот. Так, да. Хорошо. Да, отлично. Так, немножко нас засвечивает что-то у вас за спиной. Так. Мы видим только силуэт. По-моему, плохо, но я могу двигать камеру, чтобы она была лучше видна. Так. Вот так может быть лучше. Да, так уже лучше, да. Режия, покажите, чтобы он себя видел тоже, как... Да, вот. Вы себя видите у нас на вставке, да? Да, видно. Окей. Окно не засвечивает, все в порядке. Немножко засвечивает, но терпимо. Хорошо, давайте, нам картинка не так уж важна, мы с вами это вот не дамочки, чтобы красоваться. Давайте, ну, опять, сейчас меня обвинят в сексизме, я в хорошем смысле. Давайте поговорим сразу о важных вещах. Сергей, смотрите, сегодня День независимости, и я хочу начать немножко из истории. Вот есть же такие разговоры о том, что вот все, что происходит сегодня, это не есть что-то сиюминутное, что это есть логическое развитие ситуации с распадом Советского Союза. То, что это такой как бы неизбежный афтершок после падения империи. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, разумеется, в украинской истории целый ряд прослеживается таких линий. Это и продолжение распада Советского Союза. Это и формирование украинской нации. Потому что нация создается сейчас. Она не пришла готовая. Она не существовала. В значительной степени она не существовала к моменту распада Советского Союза, потому что как раз Советский Союз это было совершенно антинациональное образование. Оно уничтожало нации. И вот то, что было не вытоптано, то, что уцелело после всех советских репрессий, оно эти 31 год постепенно становится нацией, и этот процесс еще продолжается. И война, при всем трагизме войны, при всех потерях, которые несет Украина, мы несем ужасные потери, потому что если Россия сжигает в Украине свой биомусор, то мы теряем лучших людей, патриотов Украины. Тем не менее, Сергей, вы пропадаете. В этом плане... Сергей, секундочку. Пост Советской Украины благотворно. Картинка зависла на какое-то мгновение, и звук был не очень качественный. Но да, мы слышали завершение вашей мысли. Сергей, скажите, пожалуйста, а вообще вот на ваш взгляд, Советский Союз, он распался полностью? Или все-таки он продолжает процесс распадания? Я думаю, что в какой-то степени он существует, потому что Советский Союз в первую очередь существует в наших головах. И существует еще очень много людей, их миллионы, которые ментально не вышли из Советского Союза. Кстати говоря, он не столько даже распался, сколько
распались элиты. Элиты прогнили, рухнули, и на их место из низов, из самых низов, советских низов, заметьте, пришли новые люди, которые образовали новые элиты. Этот процесс вот, распадения элиты, прихода новых элит, он в российской истории повторяется постоянно. Не один раз это было. Так что Советский Союз в какой-то степени еще существует, и вот с этим монстром отвратительным, который совершенно не изменялся со времен Ивана Третьего, это такой осколок Орды, причем гораздо хуже, чем Орда, гораздо менее интеллектуальный, гораздо менее свободный, если угодно, потому что даже в рамках Орды существовали определенные правила. И вот с этим чудовищем сейчас и сражается Украина, которая не желает находиться под его властью. Ну, а остальные части Советского Союза, как Россия, так и другие бывшие советские республики, частью уже вышли из него, как прибалты, помогают Украине, частью наблюдают за этим, отстраненно наблюдают, как Молдова, частью соучаствуют в российских преступлениях, как Беларусь. То есть каждый кусок Советского Союза находится на какой-то стадии эволюции и стадии отправления от него. Сергей, а скажите, пожалуйста... Продолжает, он не окончен. Да, скажите, пожалуйста, мог бы быть цивилизованный развод? Ну, как... Слышно, у меня не подвисла ли картинка, потому что картинка подвисла у меня. Картинка подвисает, но мы вас слышим. Сергей, мог ли быть цивилизованный развод, как, например, между Чехией и Словакией? Или вот все-таки вот дебошир не может развестись цивилизованно, ему надо обязательно с мордобоем, с битьем посуды? То есть могло бы быть все по-другому? Если да, то при каких бы условиях? Нет, не могло быть цивилизованного развода, не могло быть развода без войны, это совершенно исключено. И именно по той причине, по которой вы сказали. Чешское и словацкое общество, они, в общем-то, очень долго шли к этому, потому что если взять историю Чехословакии, чехи в свое время взяли буквально словаков под свое крыло, у которых была достаточно слабая национальная составляющая, вот помогли им под своим руководством стать нацией, оформиться как нация, помогли приобрести демократические институты. И в тот момент, когда они оказались лишними, потому что у словаков уже все было свое, словаки были готовы идти в самостоятельную жизнь, они, как любые любящие и приличные родители, в таких случаях делают. Они ушли. Слышно меня? Да, вас слышно, можете говорить, да. Продолжать. Вы можете оставить так. Они ушли. Да-да, хорошо. Они ушли и предоставили словаков самими себе. Это был совершенно дружественный, даже не развод, а вот, ну, повзрослевшие дети ушли из родительского дома. Это же нормально. Они могут дружить с родителями, все может продолжаться. Но в случае ухода из Советского Союза это не расставание родителей и детей, а это бунт бывших рабов, не пожелавших больше быть рабами, против рабовладельцев. И московские рабовладельцы, естественно, сейчас защищаются от этого явления. И совершенно естественно, они всеми силами, всеми способами пытаются удержать Украину, удержать другие союзные республики. И используют для этого других рабов, которые пока им верны, вот бурятских. А вот, кстати, про других рабов, Сергей. Кстати, тоже, потому что свободные украинцы, русские украинцы, это совершенно разные вещи. Между прочим, интересная вещь, если вы посмотрите фамилии, то воевать-то умеют только украинцы у русских. Сергей, вот как раз вы начали говорить про рабов, у меня такой к вам вопрос. Сегодня президент или человек, который себя считает, по крайней мере, президентом Беларуси, Лукашенко, поздравил украинцев с Днем Независимости, пожелал мирного неба и успехов в восстановлении достойной жизни. Это вообще что было? Ну, это нормальная эквилибристика господина Лукашенко. Он известный эквилибрист.
он уже просчитывает, что он будет делать, если Путин тем или иным способом уйдет. Я, кстати, не думаю, что Путин скоро уйдет. Но Лукашенко старается не прервать возможности уйти от Путина и уйти в Европу. Значит, что он рассчитывает, я скажу. Он рассчитывает, что если он мирно, без сопротивления, в какой-то момент сдаст Белоруссию новым властям, проевропейским властям, то ему позволят добежать до Китая и там остаться. То есть вот в обмен на отсутствие крови на улицах он рассчитывает дожить в Китае. И поэтому он оставляет какие-то варианты, он делает вид, что он ни при чем, что это стреляют русские, которые оккупировали Беларусь. И эту версию мы еще услышим, что мы тут под оккупацией боролись как могли. Ну, то есть Лукашенко пытается, как обычно, в своей тактике сидеть на двух стульях. С одной стороны, пускает русских, чтобы обстреливать Украину. Даже на трех, учитывая, что он сближается с китайцами. Интересно. Давайте немножко перенесемся еще чуть дальше на Запад. Глава МИД Великобритании Ли Страсс, которая, вероятно, в ближайшее время станет новым премьер-министром, судя по всем опросам, она заявила, что готова будет применить ядерное оружие в случае необходимости. Я здесь вспоминаю, как вот недавно, когда стало известно, что Джонсон уйдет в отставку, как очень радовались русские и говорили, что это их достижение, что ха-ха, так ему и надо, а вот теперь-то все будет по-другому. Как вы это можете прокомментировать? Ну, если сама готовность говорить, применить ядерное оружие, если говорить об этом, то это очень и очень хороший знак, это добрый знак. Это значит, что Британия, она впереди по степени готовности сражаться за принципы Запада. Что Британия готовит своих граждан к тому, что, возможно, произойдет обмен ядерными ударами. Я говорил не раз и могу повторить еще раз, что версия о том, что ядерная война – это непременно катастрофа, ядерная зима, гибель человечества, она была сконструирована советскими пропагандистами и советскими спецслужбами в течение где-то середины 50-х, до середины 80-х ее конструировали и внедряли в западное сознание, чтобы запугать Запад и этим уравновесить очень существенную слабость Советского Союза по сравнению с Западной, которая была всегда. Запад никогда в военном отношении не был Советского Союза равен, он его превосходил. Сейчас разрыв еще больше. Да, обмен ядерными ударами будет ужасен, да, он приведет к ужасным жертвам, но я не думаю, что более ужасным, чем, скажем, жертва во Второй мировой войне, когда Европу сносили бомбовыми ударами, или даже в Первой мировой войне, когда ее сносили тяжелой артиллерией. То есть нужно перестать бояться. Как только мы перестанем бояться, как только перестанут бояться западные граждане, сразу же обнаружится, что России особенно воевать нечем. Ну, а что касается того, что Ли Страсс нисколько не хуже Бориса Джонсона, но это нормально, потому что они оба люди системы. Они не действуют сами по себе. Британская система, она очень, очень цельная, и случайных людей, которые что-то воротят свое, там просто не бывает. То есть какие-то персональные движения будут. Джонсон уйдет или станет председателем, генеральным секретарем НАТО, или уйдет на другую должность. Но ничего принципиально не изменится. Система восстала против России. Так что все хорошо пока. Смотрите, тут с западными системами все понятно. Там действительно как бы сложно ожидать каких-то резких разворотов. Ну, кроме таких, может быть, неожиданных персонажей, как, допустим, если бы был Трамп. Но вот другой интересный политический деятель Эрдоган. Он сейчас на Крымской платформе, сначала он, потом его представители заявили о том, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен. При этом российская пропаганда продолжает рисовать картинку друга. Это друг Эрдоган, это он помогает России. При этом Эрдоган, в общем-то, топчется на достоинстве Путина в Сирии, топчется на его достоинстве в Азербайджане и вот сейчас в Крыму, и при этом продолжает оставаться другом. Это вообще как?
Ну, начнем с того, что российские пропагандисты по-разному отзываются об Эрдогане. Я вот постоянно смотрю Соловьевский гадюшник, просто чтобы быть в курсе. Там прямо говорят, что никакой он не друг. Кроме того, Эрдоган не прозападный деятель, он не часть Запада. Он очень сложное явление, и, собственно говоря, он не прозападный, не провосточный, не пророссийский, он протурецкий во вторую очередь. А в первую очередь он проэрдогановский. Он хочет сделать Турцию снова великой. Это такой мягкий, значительно более мягкий вариант, чем Трамп. Потому что возвращать Соединенные Штаты к величию отдельной страны, это подвижки всего мира очень серьезные. А с Турцией, да, вполне возможно. Она может претендовать на роль регионального лидера светского исламского государства, хотя сейчас там некоторый крен в сторону увеличения влияния ислама, но это вынужденная мера. То есть вполне нормально он действует, вполне нормально и логично все его действия. А относительно России он, как и китайцы, кстати, действует по следующему принципу. Все понимают, что рано или поздно с абсолютно деструктивным режимом, гораздо более, кстати, деструктивным, чем режим Аятолл, чем режим Кима, потому что даже у Кима, у Кимов можно проследить какую-то идеологию, а в современной России никакой идеологии нет. Там чистая уголовщина. Вот. Чистая уголовная. Ну подождите, а деньги? Никакой идеологии. Бабки, идеология. Да. Вот эти вот страны, они занимают позицию, что мы, конечно, понимаем, что с этим режимом надо будет что-то делать, его надо будет демонтировать, но давайте мы поссоримся с ним последними. А вот этот вот период будем извлекать выгоды. И Эрдоган извлекает очень немалые выгоды из отношений с Россией сегодня, не разрывая их до конца. А у него очень большие проблемы в экономике. У него, можно сказать, страшные проблемы в экономике, а через год выборы. И ему надо как-то вот это уравновесить. То есть его позиция вполне логична. Он не является пророссийским, но он будет извлекать выгоды из отношений с Россией до самой последней минуты. Сергей, вот на днях сейчас произошел снос, буквально он продолжался, по-моему, даже сегодня утром, или, ну, по крайней мере, вчера точно, снос памятников в Латвии. Там какой-то комплекс очень известный, солдат-освободитель, и вот его снесли. Это вот почему именно сейчас? Как вы вообще видите эту ситуацию? Ну, я отреагировал на это в Фейсбуке, пока меня не забанили. Меня, кстати, тоже везде позабанили фразой «памятники советским воням». Все эти памятники – это на самом деле памятники оккупантам, потому что никакого освобождения не было. Давайте назовем вещи, наконец-то, своими именами. Нацистскую оккупацию сменила советская оккупация, которая в значительной степени по многим позициям была горше нацистской. Вот по каким-то она была лучше, а по каким-то была горше. Значительная часть преступлений, которая впоследствии была приписана нацистам, была совершена советскими воинами-освободителями. А значительная часть совершенно аналогичных преступлений, которые совершили советские воины-освободители, была сознательно замолчена. Давайте вспомним, что на одну белорусскую Катынь, совершенную немецкими карателями, приходится около десятка. Трудно сказать, сколько. Я вот знаю о 8. Но я понимаю, что архивы не открыты. Около десятка Катыней при абсолютно сходных обстоятельствах, совершенных советскими карателями. Памятник в Риге, это было вот такое вот клеймо, раздражающее напоминание об оккупации. И да, на самом деле ведь у прибалтов тоже все было очень сложно. Они были очень советизированы. И
Им навезли, вывозя их самих в Сибирь и уничтожая на месте, им навезли до 40% населения из России. Им трудно было делать резкие движения сразу. Так, вот извините, я раз об этом хотел вас спросить. Вот как теперь, что с этими 40%? Как им теперь жить без этого памятника? И, не, ну если серьезно, вообще, вот что с ними делать, с этими... Вы знаете, часть этих людей, и немалая часть, за прошедшие 30 лет, ведь люди тоже меняются, наверное, стала где-то и на мою позицию, или на близкую к ней. И надо продолжать помогать этим людям, создавать для них благоприятное пространство, чтобы все больше их становилось на эту позицию, что не было никакого освобождения, а были два нацистских, людоедских, омерзительных режима, которому одному сломали шею, а второму сломать шею не смогли по целому ряду причин. Тут можно вспомнить идею Черчилля об операции «Немыслимая» и то, почему она не была запущена в ход, но что был тоже целый ряд очень сложных комплекс причин. В общем, второй режим сожрал пол Европы. И это было нисколько не лучше Гитлера. Абсолютно не лучше. Ну, а какая-то часть, она, естественно, будет совершенно упоротой и будет говорить, что вот освободители русских обижают, Путин, введи войска. Я на это могу сказать следующее, что демократия должна существовать только для демократов. Вот для людей, которые разделяют демократические ценности, согласны с какими-то основными положениями европейских ценностей, которые включают и категорическое отрицание позитивной роли Советского Союза. Для всех остальных должна существовать самая свирепая диктатура. С лишением права на проживание, с высылкой к родимым березкам. А, собственно говоря, почему бы им не поехать в Россию? Ну вот давайте будем логичны. Мне нравится Украина, я с молдавским паспортом поднялся, пошел, живу в Украине, ничего страшного. Снимаю квартиру своей, не имею, все равно ничего страшного. Есть работа, я здесь на своем месте, я здесь могу высказывать свои взгляды публично, так, как я считаю нужным. Но вот почему этим людям не поднять, извините, зад и не пойти в Россию любить Путина? Но я понимаю, что им трудно с места сдвинуться, потому что переезд – это страшная штука. Ну так надо им помочь собрать вещи. Есть же советский прекрасный опыт, как можно помочь собрать вещи за 2 часа и в замечательном товарном вагоне по холодку, чтобы бодрее было зимой. Вы знаете, я думаю, что, по крайней мере, вот я видел по Фейсбуку, когда я писал, что кто хочет переехать в Россию, я готов бесплатно отвезти их в аэропорт. Сразу очень огромное количество моих друзей откликнулось, говорят, мы тоже. То есть я так думаю, что можно даже кинуть клич и собрать на VIP-вагон для желающих. Не надо в плохих условиях, в хороших условиях. Даже не надо в товарном вагоне. Даже можно отправить хорошим классом. Пожалуйста, езжайте на здоровье. Какого же черта, если вы хотите жить как в России, вы не живете в России, а тащите свой сортир в другие страны? Сергей, вот как раз я про это хочу вас спросить. А как вы вообще относитесь к идее, вот, которая сейчас обсуждается в Европейском Союзе, о том, чтобы не давать визы россиянам? Насколько это правильно? Нет ли тут опасности выплеснуть вместе с водой и ребенка? Я считаю, что это совершенно правильная идея. Давайте разбираться. Вот спокойно. Причем заметьте, что у меня достаточно знакомых, достаточно близких мне людей в России, достаточно родственников, кстати говоря, вот, к которым я очень как человек очень неплохо отношусь. Ну, во-первых, то, что происходит сегодня в России, началось не вчера. И если вы, дорогие мои, с этим мирились, и жили при этой системе, и платили ей налоги, и работали как-то при ней, вы были ее частью, вы были маленькими винтиками этой системы, без которых она не могла бы вращаться. То есть, извините, дорогие мои, но вы соучастники. Второе. Если вы не почувствовали, что вы не можете жить вот в этом, извините, нацистском дерьме, то, наверное, вы часть этого дерьма. Может быть, не худшая, но опять-таки мы не будем сейчас делить по сортам. Вы часть вот этого вот скотства, которое сейчас поперло на мир. Если бы вы не были ее, вы бы уехали. Рассказы о том, что мы не могли, мои дорогие, за 30 лет, даже если у вас бабушку по шею любимую забетонировали, вы могли ее вырастить, перевести. Нет таких причин
по которым вы не могли бы уехать за 30 лет. Ну хорошо, пусть не за 30, за 10 лет, когда уже было понятно, что там такое. Уже никаких вопросов не было. Сергей, ну хорошо, давайте я побуду адвокатом дьявола. Я, наверное, в принципе, разделяю ваш взгляд, но вот, допустим, молодой человек, которому 20 лет, он раньше не мог уехать. Сейчас он осознает то, где он живет, понимает, и он хочет жить в нормальной стране, он не хочет жить при Путине. Что ему делать? На Запад его не пускают, в этой стране он жить не может. Вот ваш бы совет такому человеку? Ну, очень многие пока, понимаете, на самом деле вся эта форточка не захлопнется на 100%, но она потребует сознательных усилий для того, чтобы выбраться оттуда. Извините, люди бежали даже из Советского Союза, прыгали с кораблей, плыли по 3 дня в океане и бежали, угоняли самолеты. Пока об этом речь не идет, можно выехать в Турцию, пожалуйста. Можно выехать куда-то, куда еще пускают? Кое-какие страны ЕС еще пускают. В Молдову можно выехать. Я, кстати, был две недели назад в Чехии, там русская речь слышна даже чаще, чем чешская. Меня это очень удивило. Сергей, у нас есть еще вопросы, но у меня к вам просьба. У вас как будто вот как шум ветра что-то, какой-то есть... Да, вот так лучше. Да, так лучше. Смотрите, у меня еще к вам вопрос. Вообще, вот раз мы заговорили про людей в России, про их оппозицию, очень часто многие высказываются, что их оппозиция на самом-то деле это... Ну, это, кстати, мое мнение. Вот я смотрел интервью Путина 1994 года, он рассуждает, в принципе, как Навальный. Нужна демократия, не нужна нам сильная рука, Россия должна быть свободной. И потом он убил дракона и сам стал драконом. Вот есть ли у них нормальная оппозиция, которая вот действительно можно было бы вот поддерживать ее морально? Допустим, я бы там как-то продвигал в соцсетях, говорил, ребята, вот кто с России, держитесь за этих людей, они хорошие. Есть у них там такие или вы не видите? Я вам отвечу вопросом на вопрос. Вот скажите, покойная Валерия Ильича Новодворская, к которой я отношусь с бесконечным уважением, она была оппозицией? Да. Наверное, да. Да. Она была при этом, будучи несомненной оппозицией, несомненно честным, порядочным человеком, она была абсолютно чуждой российскому обществу. Страшно далека была она от российского народа, ее травили, над ней смеялись, и, в принципе, ее воспринимали даже не как оппозицию, а скорее как юродивую. Ну, больная женщина, ну что вы хотите? Да, вы смеивали постоянно, вы правы. Да, вот ровно так же любая реальная оппозиция в России, она неизбежно окажется в положении Валерии Ильича Новодворской. Потому что для нее не будет социальной базы. В России не существует социальной базы, но в России у российского орла существуют две головы. Одна голова, которая просит у Запада чего пожрать, а вторая голова, которая, когда первая голова нажрется, желудок-то общий, она сразу же начинает кукарекать об имперском величии. Вот, собственно, как устроена Россия. Вот вам Путин и Навальный. Или кто там еще? Там ранний Путин, кто там был из ястребов, уже сразу и не упомнишь. Что-то там в Верховном Совете, кто там кричал про имперское величие. Вот эти других социальных ролей нет. И на самом деле история, вопрос о том, что делать с Россией, здесь я уже говорю как человек, который обозначен в Википедии, кроме всего прочего, как философ и, как ни странно, им являюсь до некоторой степени, что этот вопрос вообще очень сложный. И пытаясь сейчас, я нахожусь в стадии написания книги о посткапитализме, и мне очень трудно понять, что будет с Россией, просто потому что этот человеческий материал, он абсолютно безнадежен. Человеческий материал, который возник после целого цикла распада феодальных элит, а каждая новая элита, она все более беспредельная, все менее стеснена какими-то рамками и вырождается в откровенную уголовщину, нижний человеческий материал, он становится точно таким же. Ведь на самом деле Путин – это самый народный правитель за всю историю России.
Ну, не было в истории России более народного. Вот уж человек из народа на 200%. Вот вам человек из народа. Сергей, ну вот. Смотрите, я сегодня приводил этот пример. Я выступал на Молдова-ОНУ. Я был в Германии сейчас в начале месяца, и в Нюрнберге мы ходили с гидом по гитлеровским местам. Там этот знаменитый стадион, где он толкал свою речь, этот Колизей, ну, в общем, все это. И она рассказывала, что в Германии до 60-х годов было очень много людей, особенно старшего возраста, которые считали, что Гитлер это был величайший политик современности, и что вообще плохо, что все так сложилось, он должен был бы жить дальше. То есть они как бы сожалели о том, что не получилось. По сути, вот то, что сейчас такие же зомби, как сегодня в России. Но Германию вылечили. Сегодня это абсолютно адекватные люди, в которых, ну, там есть, конечно, фашисты, ну, может быть, там какой-то 0, там чего-то процента. Но как народ они оздоровились. Может быть, и с Россией так будет? Боюсь, что нет. Ну вот давайте посмотрим. Немцы, они это один из камней фундамента европейской культуры, немецкая культура. Никуда от нее. Нет без немцев Европы, нет без Германии Европы. В силу целого ряда трагических обстоятельств они споткнулись. Отчасти их подтолкнули, но, в общем, сложилось все крайне неблагоприятно для них. И они были, ну, давайте возьмем широко, потому что не с того момента, как пришел Гитлер официально к власти, но пусть 15 лет большинство было сторонниками геев, хотя не было этого. И нацисты пришли не в большинстве к власти, если мы помним. Они пришли в достаточном количестве, но большинство за ними не было. И вот были 12 лет этого ужасного отката, ужасного расчеловечивания, от которого их более или менее отчухали, ну, наверное, только к началу 2000-х. И то рецидивы случаются. А если мы... Одно поколение всего лишь было засунуто в это дерьмо. А если мы возьмем Россию, то что мы увидим? 400-500 лет... Вот точно такого же. На самом-то деле ведь это то же самое, ровно тот же, с социальной точки зрения, тот же процесс. Распад старых элит, потому что феодальная элита, феодализм – это воинское сословие, которое складывается, вот в Орде, скажем, было воинское сословие, которое было связано очень жесткими рамками поведения. Оно сложилось, и оно не могло беспредельничать. Да, оно имело огромные права по отношению к другим сословиям, но существовал очень узкий коридор, из которого нельзя было выходить, потому что это изгнание из сословия. А вот когда эти рамки ломаются, и снизу приходят вчерашние смерды и пытаются косплеить вот это вот сословие, у них нет рамок. Они, глядя снизу, полагают, что дозволено все. И вот это случилось сначала в Москве при Иване III, а потом несколько волн. Предпоследняя – это сгнившая династия Романовых, а последняя – это сгнившая ЦК КПСС, и вот пришедший на смену ему путинизм. И каждая следующая волна хуже предыдущей. Это настолько застарелая болезнь, это настолько десоциализированное, настолько безнадежное общество, ведь, понимаете, можно спорить с убеждениями, можно пытаться предлагать какие-то другие убеждения, но когда человек принципиально, у него нет никаких убеждений, и он говорит, что его интересует только одно – пожрать. Вот пожрать, набить себе карманы, любым способом, нет никакой морали. С ним адски сложно работать. Ему очень трудно что-то предложить, просто потому, что он этого не хочет. И, между прочим, ситуация в Молдове, она в значительной степени повторяет российскую. Молдаване просто они не чувствуют себя в безопасности, у них нет общей границы с Россией. Не дай бог, была бы, здесь была бы уже давно Россия. Да, это бессомненно. Кстати, знаете, я вот подумал сейчас то, о чем вы говорите, что тяжело работать с таким человеком. Вы знаете, как есть такое... что если ученик заполнен какими-то знаниями, влить в него новые знания невозможно, потому что там есть старые, ну, как бы они будут смешиваться, это тяжело. А вот то, что вы привели, это, наверное, разбитый стакан, без дна. Просто туда нет смысла лить.
Хорошо, Сергей, у меня к вам еще последний вопрос. Вот у евреев я слышал такое выражение, они говорят, в следующем году в Иерусалиме, как бы пожелание, вот, ну, когда еще у них не было Израиля, они столетиями друг другу говорили, в следующем году в Иерусалиме, на какой-то из своих праздников. Украинцы еще не говорят в следующем году в Крыму? Или рано еще? Или вот я хочу быть в следующем году в Крыму. Говорят многие, и вот эти вот излишне оптимистичные настроения, появился мем со ссылкой на Арестовича через 2-3 недели максимум. Да-да-да. Но если говорить о реальных вещах, то я не думаю, что в следующем году мы будем в Крыму. Я не думаю, что даже через 2-3 года мы будем в Москве. Все это очень надолго. Вот эта вот пакость. На самом деле Россия сейчас как пылесос, она притягивает к себе все архаичные режимы. Она становится их центром притяжения. И справиться с этой ордой будет очень сложно. Потому что, да, действительно, вот эта орда, она притянет к себе большую часть населения мира. Надо это понимать. Мы забываем, что есть слаборазвитые страны, которые очень легко купятся на вот это вот российское «давайте грабить награбленное, давайте вместе обрушимся на зажравшийся Запад». Есть Китай, который очень сложно балансирует, Китай неоднороден и тоже может скатиться в чисто российский нацизм. Он не скатился еще далеко, но он катится на ребре. То есть нам предстоит очень длинная, очень трудная зима. Я думаю, что на жизнь нашего с вами поколения, вот, и моего, и вашего, и даже на наших детей этой зимы хватит. Ну, а внуки, может быть, уже как-то окажутся в несколько лучшем мире, лучше устроенном, если мы победим. Либо вообще невозможном для жизни человека, ужасном, гораздо худшем, чем мир Оруэлла, если мы проиграем. Но через год в Крыму, к сожалению, не будем в любом случае. Я так думаю. Хотелось бы, вот, чтобы вы были неправы, искренне хотелось бы. Хотя, да, я понимаю, что, конечно, действительно ситуация очень непростая, и неизвестно, когда это все изменится. Но в любом случае, я все-таки пожелаю вам в следующем году в Крыму, может быть, мы с вами сделаем интервью там где-нибудь на берегу моря. Хотелось бы в это верить, хотя я понимаю, насколько это все сложно и действительно в следующем году, наверное, маловероятно. Но будем надеяться на лучшее. И спасибо огромное, что нашли время для нас. Большое спасибо, мне было очень приятно. И я буду рад, если я ошибусь, в следующем году встретиться все-таки в Крыму. Дай спасибо. Бог. Спасибо, всего хорошего. Друзья, напоминаю, с нами был Сергей Ильченко, журналист из Киева. И давайте мы продолжаем наш стрим, у нас есть другая информация. Давайте перейдем к следующим темам. Так, значит... Друзья, сегодня произошла интересная штука. В России есть такой оппозиционный политик Ройзман, Евгений Ройзман. Его сегодня задержали. Это бывший мэр Екатеринбурга, невероятно популярный в своем городе. Достаточно вообще, в принципе, популярный среди всех остатков оппозиции в России, всех, кто недоволен Путиным. Там есть такой небольшой процент таких людей, может быть, не знаю, процентов 15. Вот он, скажем так, один из центров притяжения для этих людей. Так вот, его сегодня арестовали. Ему вменяют статью 280 пункт 3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ». И ему грозит, согласно этой статье, до 10 лет лишения свободы. Давайте посмотрим коротенькое видео, как к нему пришла полиция в 6 часов утра, друзья. В 6 часов утра. Смотрим. В его квартире прошел обыск, также в его организации, и вот уже появилась первая информация, друзья, ну это просто какой-то трындец, понимаете, у них где-то что-то происходит, находят визитку Ярыша, ну уже с этого смеется весь интернет, уже это стало мемом, визитка Ярыша, нашли визитку, но не Ярыша, ну как бы, ну надо было кого-то, даже не из полка Азов, что-то совсем они слабину дали, так вот, была обнаружена визитка Игоря Смешко, это когда-то был такой глава СБУ и лидер украинской
председателя партии «Сила и честь». Вот ее визитку нашли у Ройзмана. Естественно, это приложат к делу. Это же прямое доказательство, что он враг. И с этим все понятно. Но здесь на самом деле говорят о том, что это задержание, оно реально может привести к протестам, по крайней мере, в Екатеринбурге, не знаю, как дальше. То есть, ну, мы помним, что у них в Хабаровске творилось год назад, 2 года назад, прошу прощения, одновременно с белорусскими событиями. Хабаровск просто бурлил, там были громадные протесты, там, в общем-то, ну, чуть ли не шла речь о том, что Москва теряет контроль над регионом. Потихоньку задавили те протесты, но вот сейчас может вспыхнуть новая точка в Екатеринбурге. И здесь, знаете, вообще на самом деле вот это задержание, это к вопросу о рациональности вот этой российской оппозиции, потому что тот же Невзоров написал по этому поводу, что он много раз убеждал покинуть свою страну Евгения Ройзмана, потому что... Ну, не можешь ты быть оппозиционером в России. То есть, да, вот если ты сидишь дома и вообще молчишь, то, как бы, ладно, еще, может быть, тебя не тронут. Но если ты пишешь в соцсетях, что ты против войны, все, хана тебе. То есть, к тебе приходит 10 лет, это даже в голове не укладывается, человеку хотят дать 10 лет тюрьмы за то, что он осуждает войну. То есть, ну, это даже сложно себе представить. Понимаете, это... Ну, если так вот, в Советском Союзе, в позднем, по крайней мере, в позднем Советском Союзе было такое, что вот таких вот людей, их сажали в психушку. Потому что даже тогда понимали, что сажать человека в тюрьму за то, что он против советского строя, ну, это как-то ненормально. Ну, человек, вот у него такое мнение, не нравится ему коммунизм. То есть, ну, не по-человечески, если тебе не нравится коммунизм, сажать тебя за это в тюрьму. Даже в Советском Союзе. Понимали это? Была карательная психиатрия, их ложили в психушку, типа считали их сумасшедшими, перед Западом говорили, что мы считаем просто человек, он психически больной, поэтому мы его лечим и так далее. Но просто взять и по такой статье посадить в тюрьму — нет. В России сейчас, да, это можно, и это говорит о том, что они скатились куда-то туда во времена Сталина, потому что при Сталине тоже, да, могли посадить в тюрьму, могли расстрелять просто за несогласие с какими-то действиями властей. И вот Россия идет полными шагами к этому, уже в тюрьму сажают, дальше, наверное, только расстрелы. И вот по поводу музыканта Юрия Шевчука, который, мы знаем, что его оштрафовали пока, ну, тоже это очень было бы резонансно, если бы его сразу посадили, его на 50 тысяч рублей оштрафовали. За что? За то, что он во время концерта сказал, что Родина — это не жопа президента. И вот за эти слова, конечно, его решили оштрафовать, потому что, видимо, судьи считают, что он не прав, что все-таки она, Родина — это как раз и есть жопа президента. И вот что написали по этому поводу в официальных российских СМИ сейчас. Музыкант Юрий Шевчук, задавая вопросы слушателям перед выступлением в Уфе, стремился вызвать сомнения в целях специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в мотивировочной части постановления суда, которое имеется в распоряжении нашего агентства. Это ТАСС передает. Также суд признал результаты лингвистической экспертизы лишь мнением отдельных специалистов. Так, в заключении экспертов не приведен анализ контекста на наличие или отсутствие косвенных призывов в словах Шевчука. Ну, то есть там были эксперты, лингвисты, которые сказали, что сказать, что Родина — это не жопа президента, это не есть преступление ни с какой точки зрения, потому что на самом деле Родина — это не жопа президента. Ну, по крайней мере, для нормальных людей. Но вот они говорят, что нет, а вы контекст не учли. Он-то имел в виду, что... Ну, и что-то имел в виду, наверное, что-то нехорошее, что-то то, что против Путина. И вот Шевчука оштрафовали. Ну, то есть надо понимать, что сегодня любой вариант недовольства в России — это сначала штраф, потом тюрьма. И да, пока вот это, что перенял Путин от КГБ, то, что дают возможность бежать. Если ты оппозиционер, ты хочешь сбежать — беги. Мы типа отвернулись, мы пока не смотрим, беги. То есть, да, они не хотят иметь полные тюрьмы оппозиции, они хотят, чтобы лучше оппозиция, пусть там себе за границей тявкают, мы их вышлем, и все, как бы, и пофиг. Хотя тоже, на самом деле, позиция неумная, потому что тявкают-то они в интернете, и ваши люди продолжают это слышать. Поэтому, на самом деле, правильно, тявкают, ну, тявкают — это я говорю с их точки зрения, с моей точки зрения, говорят правду, есть такие люди, и... Достаточно есть здравых, толковых людей, как Ходорковский, как Каспаров, как
кто там у них еще есть из таких, ну, некоторые навальновцы, которые, к ним тоже есть большие вопросы, но тем не менее, все-таки их, вот Фейгин тот же, который сегодня я участвовал на Молдову Уно, он тоже там был, и очень толковый человек, умный, да, к сожалению, такие люди внутри России, России они не нужны, и их выдавливают за границу для того, чтобы делать какую-то заграничную оппозицию. Ну, ладно. Так, и, друзья, сегодня по поводу развития военной ситуации парочку коротеньких новостей хочу вам сообщить. Шойгу, министр Министерства убийства России, назвал замедление темпов наступления сознательным решением. Вот то, что они два месяца не могут взять никакое село, это сознательное решение. Они так вот, это был такой план вторгнуться в Украину и застрять, и никуда не продвигаться. То есть все продумано. Цитата: «Делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан». Безусловно, это замедляет темпы наступления. Но мы идем на это сознательно, говорит Шойгу. То есть то, что они стреляют ракетами по городам, вот по Одессе, по Николаеву, по Харькову ежедневно, и гибнут каждый день люди, это не то. А вот то, что они не хотят наступать и брать какие-то населенные пункты, даже маленькие села, это во имя спасения жизни людей. Ну, да, наверное, зрители российских каналов в это поверят. И как, а ну вот же в чем дело. Понимаете, вы там говорите там всякие пиндосы, что Россия ничего не может сделать, что у нее нет никакой армии, что она малохольная. А вот мы просто бережем жизни украинцев, поэтому мы не наступаем. Мы как бы наступаем, но отрицательно так, в другую сторону, поэтому не наступаем. Ну, повторяю, что кто-то в это верит. И почему это происходит? Потому что есть много данных, что косвенных, в первую очередь, что в российском обществе есть, уже, знаете, начинается такое легкое бурление. Люди задают вопросы, а нахрена это все было вообще? Вот что мы хотели, вторгнувшись в Украину? То есть страну не захватили, Киев не взяли, нацистов всех не уничтожили. Ну, вот если с точки зрения этого русского зрителя сидит, он себе думает, так, никакая цель не достигнута, зачем мы туда влезли, на нас навалили санкции, за границу выехать не можем, все эти вот иностранные бренды уходят. Сейчас вот даже «Жигуль», они сегодня заявили, что будут выпускать, в ближайшее время начнут выпускать с двумя подушками безопасности машины. Сейчас, пока она идет без подушек безопасности, в минимальной комплектации начнут скоро, может быть, делать с одной подушкой безопасности, а в топовой комплектации «Жигуль» будет с двумя подушками безопасности. Друзья, в 2022 году, сейчас, когда даже на какой-то дешевой китайской машине там по 8 подушек безопасности стоит, в России как достижение великое, что, может быть, скоро они будут ставить две подушки безопасности. И вот сидит этот зритель и думает, который, ну, он как бы да, он привык ехать не пристегнутый, потому что правила придумали трусы и вообще, и все такое. Но он тоже думает, блин, а вот это ради чего все было-то вообще? И вот поэтому Шойгу как бы вышел с объяснениями. Ребята, все нормально. Это не так, что Шойгу разворовал армию, и армия ничего делать не может. А просто такой был план. Это мудрый план Владимира Владимировича – наступать так вот без наступления. Потому что если мы будем наступать с наступлением, то мы можем кого-то случайно убить. А мы гуманисты, поэтому мы наступаем без наступления. И по поводу Дня независимости, Джо Байден сегодня сообщил, президент США, о том, что новый пакет военной помощи будет 3 миллиарда, почти 3 миллиарда долларов. Мы с вами часто говорим, что примерно там раз в неделю, раз в две недели сообщают американцы новый пакет, там 700 миллионов, миллиард, миллиард 200, 500 миллионов. В этот раз 3 миллиарда. Это очень серьезно. Уже это опубликовано на сайте Белого дома. Цитата: «Это позволит приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские и боеприпасы, противоракетные, беспилотные воздушные системы и радары». В свою очередь Борис Джонсон, который пока еще премьер Великобритании, объявил, что Британия тоже предоставляет помощь Украине, 63 миллиона долларов. Это в него будет включено уникальное совершенно оружие, это не оружие, это, скажем так, военная техника, 850 микродронов. Друзья, я посмотрел сегодня обзор эти микродроны, это Black Hornet. Они разработаны, кстати, тоже очень интересно, это для боев внутри населенных пунктов. То есть, а в каких населенных пунктах? То есть, значит, это подготовка, то, о чем мы вчера говорили, что Украину готовят к освобождению своих городов. Этот микродрон, друзья, он, по сообщению канцелярии Джонсона, размер от их беспилотников не более чем мобильный телефон. И научиться им управлять можно за 40 минут. Каждый дрон отправляет видео и фотографии, которые позволяют наземным подразделениям безопасно защищать городские районы. То есть вот такой вот маленький дрон, который, ну, он узкий, он выглядит как стрекоза.
и то есть у него длина 10 сантиметров и размах винта 2,5 сантиметра. Вот он такой вот небольшой, и его запускают, его, сбить его вообще ничем невозможно. То есть это какой-то должен быть ультраснайпер, чтобы подстрелить такой дрон, который движется. И, то есть, ну, воробей, как воробей размером. И вот он летит и снимает в великолепном качестве. То есть украинский солдат сидит с планшетом, там в 200 метров где-то прячется враг за стенками. Он говорит, так, вот в этом доме они сидят, вот тут они, вот они там в таком-то окне. То есть он может залететь в форточку, посмотреть, кто там есть, что как. Короче, очень-очень интересная техника. И да, вот это вот то, о чем говорят эксперты, что воюет армия с оружием четвертого поколения против армии с оружием второго поколения. Я имею в виду советскую армию, российскую армию, которые там притащили танки Т-62 и считают, что на них они как раз победят. Ну и Германия тоже не отстает от Америки и от Великобритании. Олаф Шольц заявил, что Германия и далее будет поставлять оружие Украине. Кроме этого, будет продолжено обучение украинских военных на современном европейском оружии. Шольц сообщил, что планирует встретиться в ближайшее время с украинскими военными, которые сейчас уже проходят обучение в ФРГ, тренируются с стрельбы из самоходных зенитных установок. Кроме того, немецкие госпитали будут принимать на лечение раненых бойцов из Украины. Канцлер заверил, что Германия с партнерами будут продолжать политику санкций, помогать в экспорте украинского зерна, восстановлении разрушенных городов и сел, будут оказывать финансовую поддержку Украине. Вот такая вот хорошая новость, друзья. И ваши вопросы. Почему Санду не сказала несколько слов на украинском языке в своем поздравлении с Днем независимости Украины? Ну, слушайте, вы много от нее хотите. Знаете, если бы у нас был президент Дадон... Кстати, у меня за 19-й год есть... Я, к сожалению, не могу сейчас сделать репост, у меня Facebook заблочен в моей страничке. Сегодня мне показал Facebook воспоминания. За 19-й год в этот день президент Дадон, был у нас такой президент, он поздравил Украину, пожелал ей территориальной целостности и сказал, что признает Украину в границах, которых ее признает весь мир, то есть включая Крым. И почему-то вот все вот эти, которые сегодня воняют, что вот Санду, она русофобка такая-сякая, почему они тогда... ничего не сказали. Знаете почему? Потому что они все в его партии. И колеблются, как положено, нормальному совку вместе с генеральной линией партии. То есть, как бы вот Дадон немножко колебнулся в Запад, они все дружно колебнулись в Запад. Он колебнулся немножко в задницу к вождю своему, они туда вместе с ним радостно прыгнули. Так что вот так. А Санду, ну, спасибо хоть на том, что поддерживает Украину хотя бы на словах. Что с судом над азовцами. Насколько я понимаю, пока его отложили, он должен был начаться сегодня. Клетки стоят уже там несколько недель, и все готово. Но после того, как Зеленский сказал о том, что суд, если состоится, то это будет точка, после которой никаких переговоров невозможно между Украиной и Россией, сегодня никакой информации про это нет. Хотя не исключено, что они все-таки сделают это. Потому что даже если Путин сейчас попытается дать заднюю, колоссальное давление вот с этих вот шизофреников-патриотов, типа Дугина там, и так далее, которые там этого Петушилина и других, которые что надо судить, надо вешать, надо стрелять. И понимаете, вот в чем проблема Путина? Он стал заложником своей же собственной пропаганды. Он столько времени накачивал этой пропагандой все, и включая эти сами пропагандисты, которые они абсолютно уже слетели с катушек. Если он сейчас даст немножко заднюю, даже они начнут против него потявкивать. Потому что вспомните, когда бежали из-под Киева, как там даже Соловьев, все эти, они просто охерели, они не знали, как это комментировать. Они как бы, ну, суть их комментария была такой. Да, это очень хреново, такого быть не должно. Но, наверное, главнокомандующий знает, что делать. Наверное, знает. Если таких звоночков будет все больше и больше, тогда я думаю, что это будет опасно для Путина. Поэтому, конечно, он в очень тяжелой ситуации. Он сам создал эту машину пропаганды и сам сейчас становится ее заложником. Ее нельзя просто, вот если он попытается ее остановить, она его раздавит, потому что она несется на всех парах. Да, естественно, они не идеологические. Ни Соловьев, ни Киселев, никто. Это все просто люди за бабки, которые... Вы можете найти их интервью, там, старые какие-то, из нулевых, из 90-х, где они за демократию, против диктатуры и прочее, бла-бла-бла. Просто так сложилась судьба, что сейчас им платят за то, чтобы быть фашистом. Поэтому они работают фашистами. Но все равно, понимаете, то есть, несмотря на то, что это за бабки, все-таки какая-то инерция есть. Он не может так вот раз и перестроиться и петь совершенно другую песню. Просто потому что он...
разучился. Раньше он часто перестраивался, когда Путин только в начале своей власти, там менялся курс постоянно, какие-то движения туда-сюда, и эти пропагандисты, они все так вот влево-вправо, влево-вправо. Сейчас они уже много лет на этой фашистской своей волне, и он не сможет резко перестроиться. Поэтому, конечно, им тяжело. И в этой связи, конечно... Ну, есть опасность, что этот суд состоится, это не суд, это судилище, потому что суда нету в Российской Федерации, нет настоящего суда. Как Путин скажет, так человека и осудят. Это показал случай с Навальным, там и с другими. А уж в ДНР, как в таком слове, как ДНР может быть суд? Там может быть только ДНР. Поэтому, конечно, ничего хорошего от этого я не ожидаю, но, тем не менее, пока вроде бы угроза Зеленского действует. Все, друзья, мы на этом заканчиваем. Завтра мы, как обычно, с вами встречаемся. Завтра у нас четверг. Завтра пообщаемся. И да, как обычно, прошу лайки, шеры. И кто, кому нравится наша работа, то, что мы делаем, прошу нас поддержать наш канал. Ссылочки в описании. Будем рады любой вашей помощи. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.